давай. Со стороны веселые задания кажутся забавными и совсем несложными. На самом деле не так-то просто прокатить на ледянке ребенка и не допустить наезда на фишки. Так что участникам пришлось проявить не только хорошую физическую подготовку, но и настоящую силу духа и волю к победе. Сегодня мы проводим очередной семейный выходной. Тема мероприятия у нас сегодня — семейные игры. Так как в программе семейного выходного дня у нас предусмотрен веселый семейный квест, веселая эстафета, лепка снеговиков. Надеемся, что в дальнейшем семьи будут принимать активнее участие, у нас будут пополняться наши мероприятия новыми участниками. Как правило, семейный выходной проводится в последнюю субботу месяца, но, по словам организаторов, желающих провести активный уикенд не так много. Хотя мероприятие открыто для всех и абсолютно бесплатное. На этот раз его посетили около 80 человек. В нашем современном мире такая тенденция сложилась, что многим родителям некогда, они не уделяют должного внимания своим детям. К сожалению, есть еще и такие родители, которые с самого маленького возраста сунут эти телефоны только для того, чтобы родители не трогали и им не мешали. Это, конечно, печально. Поэтому мы обращаемся ко всем родителям и призываем их: пожалуйста, дорогие родители, обращайте больше внимания на своих детей, проводите больше времени. Спуск на ледянках с деревянной горки, подвижная зарядка, а также веселые эстафеты и задания на смекалку. Семьи каждое испытание проходили на отлично. У родителей детей остался восторг, незабываемые впечатления, а также большое желание прийти вновь. Мы любим проводить время с детьми на природе, на катке, на горках. И вот пришли на праздник. Детям надо показывать пример, чтобы они дома не сидели за планшетами, за телефонами, а вот на свежем воздухе играли в игры. Я пришла на семейные выходные, ну и мне понравились игры. На семейный выходной мы пришли с дочкой, хотя немножко опоздали, но мы очень хотели прийти сюда. Очень интересно, конкурсы. Ну, хорошо провести время захотелось. Мы пришли на праздник и катались на горке, потом начали играть. Хорошо. Что больше всего понравилось? Бегать, кидать ли снежки. Завершился насыщенный семейный выходной чаепитием на свежем воздухе, где каждого ребенка ждал сладкий сюрприз. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».